Ну что, я не получается будут играть? Да, будут играть сейчас второй гейм. Ну пойдем, ладно. Как-то пойдем, ладно, заходи. Такой интересный. Какой же сейчас пингет будет у Нока, это просто огромнейший пинг сейчас у Нока будет. Разрыв был очков 900, по-моему. Где-то так, 850, что ли. Ну, короче, тяжелый разрыв. Точнее, не тяжелый разрыв, большой разрыв. Слушай, а вон там тобой получил кастерку, может, и тебе да, дадут? Смысл? Да зачем? Вон. В следующий раз надо просто будет объявочку сделать, если хотим побольше зрителей, я думаю, и все. Да тут вообще что-то зрителей нету, мне кажется. И время неудобно, понимаешь, футбол сейчас идет. Сейчас идет футбич. Полуфинал. А тут карты, блядь, никому не известны. Чё, почему спекут вырубилось? Только не это. Они наванили что ли или что происходит? А во, это баг был. Блин, хавать охота капец, просто капец как хавать охота. Как это жесть, короче. Сейчас принесу, короче, сюда, блин. Не могу. Пока все равно. Давай, давай. Будет. Я тут рест. Потрясающе. Ну, команда у нас по-прежнему стоит на радиапе.
Что-то все очень плохо тут. Огромные пинги, кстати, у американцев, в отличие от попстаров. Я не понимаю, каким боком они собрались вытаскивать эту игру. Ну да, 900. Проигрывая уже, в принципе. Ну как-то очень плохо они отыграли на своем хоум-сервере. Надо было разрыв делать, а не наоборот. Отдались. Как же они долго терпят с этим радиапом. Что на первой игре, что на второй. Ну это американцы. Да, попстары вон все бегают. Только Питер Гейш. Да тут, тут они. Футбол, наверное, смотрят. ГГ. Все, наигрались. А серьезно ГГ или я чё? Не знаю, почему ГГ они пишут. Ну, я так понимаю, у них челик уходит, а кто-то меняет его. Что тут происходит? Рип найти. Ну, похоже. Всем спасибо, всем пока, можно, да, говорить. Не, ну в принципе этого стоило ожидать, потому что, ну, отрывы такие не отыгрываются. Спингом там по 200. Знаешь, если большой отрыв, это не значит, что он на второй игре. Ну, я понимаю, если бы они пишут, типа, выиграли бы там хотя бы играть. На 1500. На 1000. Еще типа, ну, мало, но можно как-то там навязать борьбу, но ты проигрываешь. Да, неприятная. Неприятная ситуация. Сам на самом деле я рад, что мы не будем стримить вторую игру, потому что. Да подожди, подожди, они походу собрались. Ты не понял, они собираются или чё? Ну не ливают. Сначала написали, что ГГВП. Потом обратно зашли. Это типа троллинг, наверное, такой в Америке. Ты идешь на кап гейм, такой, все собрались, ты пишешь ГГ и заново заходишь. А, смотри, кстати, Сир. 76. Что будет сюда еще? Наверное, IQ. Ты суров. Я не думаю, что Сир настолько усилит игру. Команды Ионим, что они просто возьмут и разорвут попстаров. Кстати, я посмотрел, качество стало реально намного круче с битрейтом 3К. Реально красиво. Да. Что там в футболе, кстати? Там у нас все по-прежнему 1-0. Ну все, начинается у нас. Да, они обманули всех нас. Это был фейк ход из игры. Кошмар. Подают ложные надежды на то, что игра закончится. Но нет.
Ну ладно, Айс, раз ты это обзавелся едой и готов Блин, я-то уже стримить. доедаю. Ну просто я уже реально устал. Да вы вот если бы они играли быстро. Ну да, без Ну и типа чипежа, тут, так... понимаешь, устал уже не от того, что у тебя мысль, но... Ну типа смысл, они играют вторую, если они уже проиграли. Посмотрим, как развиваться будут события. Я, знаешь, что могу сказать? Вот если ионим их не убивают на первом танке и сами не доносят где-то там 600 бонуса, то это уже 100% ГГ. Ну, не, ну реально, если сейчас Вапсары доносят где-то 600, ну это все. Так, пошла у нас сейчас первая атака. Пузен, Пузен такой заливает. Будет ли это 3 кап? Нет, смокера успевает стрелить, одиночно залить, ну и дамага практически нет. Пошел танк. Перезаряжаю! 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 Все готовы? Перезаряжаю! Дальше один единственный хит был. Надо на самом деле им пользоваться. А, нет, вот еще второй. Второй. Понятненько. Так, если не начну заплев, будет танк заходить. Потом опять лезть за вторым бачком. Очень трудно перекинуть его. О, нет, все таки справляется. Слушай, ну, должен делать вайп. Сейчас посмотрим. Да. Танк будет заходить по 3 кап, у него уже второй контроль. Ну, 56 тысяч. Сколько я потерял? Давай. Проталкивает эти два бачка, посмотрим, что же будет. Так, похоже, идет зажимать решет, да. Но это будет под бачок! Слушай, он как пролетает над просто уже шипает бачок и... Похоже, это вообще будет... Ну, до свидания, танк просто. Да, саппорт убивает, да, вот тычку танк буквально слит, но и... В общем... Ну и... Да. Ты понимаешь, к чему все это катится, Рест. Нет. И все это понимают. Кстати, что могу сказать по мапам? Тот же Detour Ahead. Очень хорошая мапа и очень играбельна во второй части. Но вот это я не знаю, что это за мапа, конечно. Для второй части она мало катит. Так бы вот так. Detour Ahead хорошая мапа. А это полный бред. Коридорчик ставил, это не очень. Ну бонус просто, я не знаю, ты посмотри на бонус просто. Понимаешь, осталось до убеги всего бонус. Ничего, понимаешь? На две атаки. То есть сейчас, ну... Я говорю, везет просто мне на матч. То есть я захожу на матч, ну все, короче. Просто без болей. Тут даже вот прокомментировать нечего. Вот пишут, что типа игра там скучная и прочая фигня. Ну а как вот тут, блин, прокомментировать, чтобы весело было? Не знаю, как тебе пишется игра смешно. Ну, мне кажется, просто вот, думают, люди такой заходит, товарищ, смотрит, ну, комментаторы, по сути, без такой борьбы. Видят счет. Первым не мы старались. Не-не, ну мы, конечно, старались. Такие видят счет. Ой. Слушай, как бы сейчас не было повторения вот этого. Ну, в принципе, знаешь, из бонуса 800 стал бонус 700, по идее, знаешь. Одна атака остается и все. Не реализует. И у них есть пита, кстати. Да. Так, все, последняя атака, перебежи еще. 2-0 Франция ведет, кстати. Куры подкуривают. Лен не угадал еще. И все, это 2 кап. 2 кап, кстати, неплохой дамаг выходит по выжившему. Но этого просто недостаточно. Ну, бонус гигантский просто. Ну, я не знаю, еще больше, чем на том. То есть... Это ужас. Нет, ну хотя знаешь, если по сути Иваню сейчас вайпнуть, то... Я сейчас на секундочку отойду, сейчас я включу от кого-нибудь. Слушай, ну если Иваню вайпаются, то... Ну это все, короче. Я думаю, можно будет им самим спокойно писать, что тут прибудет, товарищ. Сейчас я включу от прессу, так, не от Сира, наверное, на 2 минутки. Давай.
таблетки. Пишет командир Диаб. Состав же Кейчара Бумер Смокер. Не спешат команды. Начинается атака. Чара вылетает, двойной заплев, кура подкуривает. ЖКМ 2. Нет. Нет никакого трикапа, но залив троих. Тем не менее, есть. Но дамаг не проходит, повыжишь. Очень быстро списают друг друга. Сейчас главным образом танка пережить, хотя, кстати, все-таки 40-41 поинт. Панику, я так понимаю. Залетает. Так, я тут. Танком у нас становится соу. Поздравляю. Ну, что-то мы с тобой приуныли. Какая игра, такие стримеры. Идет атака, под кур. Кур убивает вообще всех. Сейчас будет кирпич. Нет. Так, второй контроль будет заходить. Слушай, мне кажется, что он попадет бачком. Да пара или попадет на бачку. Но он хорошо его подогнал. Ой-ой-ой. Ну, попадет бачком он. Это должен быть минус, я думаю. Эх, почти попадел. Просто, да, в одну. Ой-ой-ой-ой, соу. Рядом пролетает. Есть. Ой, попадает. Бачок. Попадает по лесу бачком. Еще и кирпичом попадает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет. Хотя... Есть! Ой, это вайп! Это просто вайп. Это просто вайп. На последнем хп попадает бачком негра и... Ну, это официальная ГГ, в принципе. Game over. А, нет, смотри, стрель... А, нет. Ну, я говорю, зря они пошли на вторую игру, потому что все это будет закончиться с неприличным счетом. Это все просто печально закончится, если честно. Там просто все идеально было. Бачок лежал в четком месте. Вот тут красиво соу разыграл. Он грамотно притащил бачок и не начал с ним заморачиваться, бегать, пулять. Он спокойно ждал смокера. И ЖКея, который вел, и все. В принципе, было все красиво разыграно тимплейно. Просто их взяли и покидали в них бачками. Вот этот последний бачок был, кстати, на ВХП. Такой прикольный, кстати. По таймингу залетел. Пора расколотить десяток другой черепок. Да. Ну, я вот лично уже не вижу, как бы здесь энтузиазм, что там выкрикивать, комментировать, орать там. Тут все идет, как должно было идти. Все как угадывал. Да. А что? А с кем в следующем раунде столкнулись? Либо с Silence of Jokes, либо с Elements of Surprise. Они уже играли? Они... Нет, они еще не играли, и там я не знаю, когда эта игра будет. Но вот там игра вот будет, мне кажется, боевая. Ну, она будет боевая, если мы не пойдем стримить. Ну да. Так он подался. Конечно. Ну я говорю, сколько матчей вот вижу, вот тут захожу вот сюда, комментировать, кастить там, сокастить. Просто везде вот такой матч. Это третий матч. Начинается. Ну два ты знаешь. Заблев. Вы подкуривают. Эллисон его быстро стреливает Ник. Нет, Шок не справляется. С Ником не может замансовать и взять его. Ну, в общем-то, атака быстро срывается. Ладно, в общем, 35 поинтов, да? Проходит по выжившим. Тем временем опять эта ведьма, которая умирает. Так, сидит, переедет. Из-за... Да-да-да. А, нет, смотри, кстати, нет. Да, не приезжает. Ведьма в этот раз нажима. Да. Ну, в прошлой игре прикольно ты придавливалась. Машина к стене.
Да я не думаю, что это уже что-то решит, потому что разрыв у нас уже 2000 временем, кстати, даже больше, чем 2000. Почему 2000 там? Ну как, они, по-моему, 850 проигрывали, сейчас уже разрыв сколько у нас. Да, точно. То есть это уже команду PupStars надо ложить прямо тут, чтобы отыгрываться и доходить с бонусом 1000. Вот тогда можно что-то делать. Пустой на голове негра заплевывают его. Зендрик. Обожаю. Что ж такое происходит у нас? Вроде такая игра, как бы четвертый раунд нижней сетки. Как бы команды должны быть, ну, предельно приближены друг к другу по скиллу, по всем вообще параметрам, и просто рейд. Агрит ведьму. Но это показывает атака. То, что команда Ионим прошла сюда вообще не по скиллу, получается, у нас. Да. Ну, с таким же разгромом вылетела команда Миллениум, так что, похоже, мы тоже так на рандоме, значит. Может, команда просто нервничает, или... Да какой нервничают, Рез, брось, а? Ну я нервничаю. Они не знаю. Они не нервничают. Поэтому они и выигрывают. Да. Перезаряжаю! Нужно выключить эту чёртову сирену! Надо перезарядиться! Тем временем, сливай, кстати, ведьма и... Выжившая приходит опасный коридор, но, кстати, нет, ловит тройной заблёв. И все почему-то сзади, из одного места. Естественно, все это спамится очень быстро. Особого урона не наносится. Да. Все очень плохо. Точнее, как бы все хорошо для PupStars. Если болеть за PupStars, то вообще все изи. Да, легчайшая. Завозят обычно... они легчайшую игруху. Обычно болеть надо за тех, кто проигрывает. Не, болеть за тех, кто проигрывает, это чтобы вот интригу создавать. А вот тут, ну, да. Как бы я за Ионим не болею. Даже близко. То есть ты ближе к PupStars, что ли? Ну, конечно, ближе к PupStars. Ой, Замплев разводит. Хан берет с подспитом. Товарищи просто, по сути, не по скиллу прошли вообще в этот раунд. Ну, ты не видишь счет, как бы. Ну, счетик, скилл. Ты видишь счетик? То есть ну, это разве, ну, ну, типа равная игра? Нет, нет. Пацанов конечно. Просто оформляют на его игре. Причем там могло вообще все печально быть. Если бы PupStars, ну, чуть получше играли. Но у них нет опыта на этой мапе. Там все было вообще печально. Ну, тем не менее, появляется танк. Кстати, Сир становится танком. Надо делать вайп. А Сир-то, кстати, из инактива прямо, да, в игру сразу же на карту. А вот фиг его знает, прямо из инактива или прямо так. Ну, не начинается атака, двойная на плюс. Ну, слушай, ну их надо вайпать, я не знаю. Если они переживут этого танка и дойдут с бонусом, я не знаю, что делать. Вот почему танк не может сейчас, знаешь, спрыгнуть? Ну, типа, да, он начнет бить, начнется движуха, как раз суппорт будет. Но он так и делает, кстати. Ой-ой-ой, пошел, пошла жара у нас. Танцуем все. Да, танк очень... как-то мастерски уворачивается из-за них, господи, лол. Что происходит вообще? Танк забрали. Танк то за этим хочет, то за этим, то за тем бегает. И ручка-то короткая, дотягивается. Ручки-то у него. Да, ну это... Бай-бай. Я не знаю, это реально, это просто бай-бай. Это просто, я не знаю, зачем идти на игру, на ИВ-игру, ну заведомо у тебя пинг огромный. Ты проиграл жестко на своем серваке, и, типа, ну, смысл, ты идешь сюда. Смотри, вон ног зашел. Да чё ног он? Да как бы подсказывать, тут он может сказать, пацаны, да, давайте их убьем хоть разок. Что я не знаю. Тут уже ничего, по-моему, не поможет команде Ионим. Тут уже разрыв будет 2000 уже вот сейчас после этой мапы. Плюс там почти косарь. Зря они вообще пошли, честно. Как-то да, видимо, не надо значит, было спокойно, и... знаешь, типа на 800 настройки. Проиграли такие, ну хоть на 800 проиграли. Ну типа, ну флаф, такой, который, знаешь, да? А? Это как флаф, который хотел, типа. Да, это как флаф, хоть так проиграли. Ну, типа, а сейчас уже 2000 разрыв, плюс там косарь, уже трешка. То есть неизвестно, что будет дальше. Может вообще PupStars сейчас каждую карту с бонусом по 400 будет доходить, тут разрыв косаря в 4 будет. И чё тут играть?
И вот не покомментируешь, по сути, ничего. Что ты тут комментируешь? Можно все легко сказать. Команда Popstars доходит, команда Ионим падает на каждом танке. Все просто. И тут ничего не прокомментируешь. Никакой игры от них нету вообще. Ни индивидуально, ничего нету. Да. Знаешь, сам себе очень так легко на это со стороны смотреть. Да я понимаю, что легко. Но как так команда проходит в одну в четвертый раунд нижней сетки и просто ну ничего не может сделать. Вообще ничего. То есть вообще полностью, вообще нулевые. Такого быть не может. Это мне напоминает вот сборную Исландии по футболу, которая прошла вот. Когда они там прошли? В четвертьфинал и просто отлетают от Франции со счетом 5-2. Ну это вот примерно то же самое. То есть непонятно, каким образом мы у них тут оказались, и просто, ну, результат, счет по игре. Как бы им вообще до танка дойти? Тут вот такой вопрос. Потому что ивент будет еще. И вича тяжелая. И пинг здоровый. Почему у Сира 16? Ну, у Сира 16. Посмотри на ногу. Ну, кайфую, да. Войны за плюс. Жаком 2, шатура подкормит. Нет. Секстуро. А это... Сира вот показал цепляет индивидуально, что залевели у Чарджера, но... Типа, залевили он Чарджера или нет, толку от этого нет. Либо он его поймал, как бы. Давай, просто так. Ладно, давай досмотрим уже реально. И... Отправимся мы уже. Да. Отправимся, как говорится, отдыхать. Одиночный забыл. Нужно, по идее, пойти. Так, а Чара Хантер же Киверспе. Ой, это у нас 3К, товарищи. Так, кап, сир, заплёвен. Я говорю, как бы им до танка дойти бы? Что там еще видно? А там он и будет вичу даже агрить не будет. Нет, даже сагрили в итоге. Ну это минус сейчас будет. И так бубль кап. Не, зря. Но тем не менее, как бы, да. Выжишь ему очень больно. Ну типа, слушай, это уже, ну, серьезная атака, по сути, была. И сейчас будет не менее опасная. Тут Зен просто на бодряке заливает у нас. Ну, у них моралька-то прикинь какая. Да ну, не, ну моралька тут, если честно, она упала. Ты смотри, что происходит у нас. Да, как там. Это минус 2 таблетки. Ну это вайп будет на танке. Попстары их не отпустят. Если до танка их где-нибудь вот здесь вот не так заотачивают, что они потом не поднимутся просто. Я вот просто офигею. Как такая команда вообще доходит до такой стадии? А ведь Soul проиграл в Serenity, да? Они из-за них оказались в сетке, верно? Они Хибу проиграли. А, Хибу. Ну слушай, ну ты посмотри на их хп просто. Все было 3 атаки. У них нет таблеток и ну у двоих уже вообще хп нет. Еще там, смотри, какая толпа мобов сейчас прорвется. О, нет, я защищаю. Ну там мобов очень много бежит, очень много мобов. Ну танк будет терпеть, танк будет терпеть. Это да, это 100%. Ну это сейчас почти инкап реально, это уже хромой товарищ на танке, это неприятно. Ну и чё, чё вот делать? Ну это, блин, уже двое хромых. Танк еще хочет. Да и можно спокойно терпеть, сейчас он еще ног хромом станет, он просто зайдет вот этому удару, этому удару. Хочет притащить. Он хочет их просто уже уничтожить. У него второй контроль. Не потерпит ужасно.
прокидывает машину. Да, прилетает. Танк, и пошел у нас танк. Стреляйте, не останавливайтесь. Ну, сдали там Сира, так как у него очень много хп. Мажет. Сижу на своей одиночке станком. Еще раз мажет. Снова мажет. Да. Да, смысл, что он мажет, не мажет тут уже. Ну он как, знаешь, разобончик. Да, он уже заходит такой, знаешь, мог вообще типа патрули, знаешь, зажать ЛКМ и бежать просто. Ну вот, вот о чем и речь, как бы. И люди-то смотреть не будут. Такие игры не смотрятся, понимаешь, они не смотрибельны. Типа, зачем тут время тратить, когда ты можешь пойти там, не знаю, поспать, блин, не знаю, сам поиграть. Типа, смотрят игры, где есть битва. А тут человек увидел на хоум сироке, ой, на хоум сироке чуваки сливаются там почти по 9 соток. Такие, сейчас мы их на ивейке развалим. Да хрен там, блин. Ну, зато мы с тобой посмотрели. Да, посмотрели на халяву, по сути, даже. Ну, лично я никогда не играл, так уж. Да и мапа, если честно, я не знаю, вот Detour Ahead вот намного лучше, чем вот эта карта, вот реально. Ты Open Road играл? Open Road я играл, она нормальная. Ну, вообще там идеальная. Просто идешь, открытые дистанции постоянно. Не, ну вот эта мапа не адаптирована для второй уфты. Да не, нормально. Да, какой нормально. Ну весело смотреть, а играть-то в нее не прикольно. Ну смотрите, все открытые дистанции и вы такие коридорчики, ну мне почему. Какая следующая карта будет? Этот Hard Rain Downpour, да, будет? Да, вроде. Вот это вот уже пойдет нормальная мапа. Сейчас я посмотрю, свернусь быстренько. Так, Hard Rain Downpour, все. Потом Dead Before Dawn. Все, вот это прикольно. Финал. Гранд-финал на Dead Before Dawn. Чара пробивает систему. Бумер запрёт одного. Танк у нас Давкинс. Я думаю, он умрет буквально там в пару ударов. Потому что, ну, попстар на пинге, таком пинге, ну. Ну и чё, вот он типа сейчас потерпит, что ли? Такие атаки по одному пошли. Сречара просто пробивает стену. Ну и чё вот, типа, чё это за исполнение танка? Типа он надеется попасть метеоритом? Метеорит. На что это? Не знаю, почему попстары не стоят за стенкой там? Почему они дают им контроль до сих пор? Они боятся метеорит, а который, атака? Ну, отстреливается. Так же готов. Сейчас вижу, что ли. Ну, как знаешь, дисбалансный микс получился. Не, ну если сейчас Давкинс потеряет где-то косарь вот так вот таким образом, то он, ну, вообще умрет быстро. То есть ему косаря вот здесь как раз таки и не хватит, чтобы сделать что-то. Что надо делать? Танк
Тут уже даже, я знаешь, хотел сказать, сейчас Ионем убьют, типа, и там еще. Тут я так вспомнил, разрыв-то какой-то. Да. Под тут трешечку уже... доходит. Без копеечки. Так, ну так заходит, а там контролик Куру должен подкурить ему под лапку. Ой, тройной забрел. Похоже, да, да, тройной забрел. Ну даже. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас танчик пошла, его пошло. Дважды мажет. Рука писю. Один панч. Ой-ой, ну да, это ну, кроме... позорище просто, вот реально. Я говорю, он слил много хп, он бегал, массовал и очень много потерял хп. Он даже не дошел до них, о чем я говорил. Кстати, очень карта легко проходит. Если значит, они втроем есть, добежали, да, очень быстро, и сейчас они разгонятся. И остановить его. Очки очень быстро набираются. Ты посмотри, вроде дистанция огромная, посмотри, как они тикают. Ты просто посмотри, Рэс, нажми тапку и посмотри. Да я вижу. То есть тут непонятно вообще, как так. Дистанция не огромная, чувак. Тут 34 крыши. Ну да, ну ты посмотри, как типа огромная, но она не огромная. Ну сейчас последняя атака, смотри, сливает и все, и будет раш, дикий раш. Вот я о чем и говорю, понимаешь, она типа большая, в кавычках, но очки капают буквально там 50 метров, 100 поинтов. Пант летает на 25, кайфует. Полетел, полетел, полетел. Падает у нас на Питера Гриффина. Вот таблетки. Ну почему они стоят? А, вот, сейчас лифт. Парни уже не парятся. Понимаешь, в принципе, уже победа. Соу вообще, по-моему, стоит, чатится. А, нет. Он стоял, просто стоит просто, знаешь, как чатится, знаешь. Типа, мопса отстрелил АФК, знаешь, там ответил еще АФК. Вообще допрыгивает уже. Соу на бодряке несется, парень у нас. Так, что у нас сейчас? Типа минус сейчас будет крутить, наверное. Сейчас американская, наверное, тактика. Парни, давайте хоть сделаем минус. Или что они вообще тут будут делать? Нет. Куда они тут будут вышибать? Непонятно. Но у бега вот. У бега все. Вот одна атака. И конечная у нас. Ну, Жаке разводится у нас, кстати. Ой, все равно берет. Да толку там. Нет смысла. Так, так, тактика, тактика, пошло у нас. Чёрт, сейчас я его, сейчас. Вот оно. Вот оно. Так, надо от Чарджера успею, нет? Вот он. Ну, я не знаю, бонус 1000. Здравствуйте. То есть разрыв уже сейчас будет больше 3000 после этой карты. Больше 3 уже будет. Под 4. Потому что дистанция 700 и бонус 1000. То есть 1700 за карту. Ну, я не знаю, зачем парни пошли на его игру. Ну, типа, вообще нормально, нет? Типа, реально, даже смешно, блядь. Это реально рейп, нахуй. Это реально забавно. Просто парни, по сути, проходят как кампанию на изи против ботов. Я говорю, не везет мне на игры, просто заходим, и тут рейп на рейпе. Рейп на рейпе. Ничего там, такие американцы. Ну все, пацаны, это последний шанс, короче. До 1200. Берем следующих в убеге ложим. Доходим с 1200. Следующие уложим их в убеге, доходим с бонусом 1200 и изи гейм. Все просто. Да сейчас на бодрячке их убьют, походу. Это будет вообще уничтожение малолетних. Кстати, разрыв у нас даже не 3000, а 4100.
Даже больше. То есть это плюс 800 к ним? А, не-не-не. Или да? Да! То есть 800 сюда закидываем. Под 4К разрывчик. Там прям без маленького. Я хочу вайп. Все, ног такой. Все, парни, короче, давим. Давим парня. Берем игру. Сейчас мы его разкабинетим. Странно, что Питер не стал заходить сразу. Да может. Я тоже думаю, мог спокойно с мобами там зайти. Но они, походу, хотят вообще поиздеваться над ним. Ну, американцы, походу, уже вообще мозг отключился, они понимают, они дают контроль, ловят атаки, все нормально. Соу у нас делает минус. Перезаряжаю. Ну это все, это разрыв уже 4200 у нас получается. Их вайпнут на танк. Видел, Рест? Это было вышибало нахуй просто. Перезаряжаю. Это до свидания просто, товарищи, вот так это называют. Что, давайте второго. Уберите его! Да, что какое-то просто унижение. Да, это даже хуже, чем унижение. Это я не знаю, что. Он же чаргер. Просто убегает уже. Я думаю, сейчас улетит молодой. Ой-ой-ой, танчик падает. Залазить, кстати. Метеорит. И полетел. Что, будет надпись ГГ, нет? Уберите его! Уберите его! Неужели нет? Не, слушай, они хотят больше. Они такие, давайте, короче, пацаны. Хотя бы 1000. Но 1000 они должны набрать на этой мапе. То есть все-таки там ивент можно чуть-чуть посидеть. Все, надо брать там полюбасы. Просто вот весь спрей, это вся игра Ионим. Вот этот вот спрей, это игра Ионим. Наверное, капитан Ионим просто. Афроамериканец-то где-то на стене? Да. Знаешь?
Это последняя, да, карта? Да, это последняя карта. Я надеюсь, следующие игры будут боевые. Я не хочу вот это смотреть. Сколько игр было уже на чемпионате, потому что вот так происходит. Да мне кажется, тут уже не важно, спаунс, не спаунс. Можно писать ready и летим вперед. Боже, ну какая разница уже? Идите, дойдите нафиг. Какая разница, где тут танк? Ну все-таки не добились. Чарджер уже на пофиг забегает, его рубят. Всех рубят. Я думаю, танка убьют и попстару едут с бонусом где-нибудь там 600 на этой мапе. И все будет круто. Разрыв будет 5 косарей. И они лягут даже здесь, наверное, даже не наберут 1000 поинтов. И он решает заходить сразу такой. Подумал, что я теряю. Все уже проиграно. Пойду-ка я побьюсь кулачным боем с пацанами. Уже 1000 нету, парня. Уже 1000 нету, просто 1000. Здесь каждая, мне кажется, сотка важна вот в таких танках. Мне кажется, вообще еще можно расстрелять нахрен. Расширка там, если будет. Во, расширка попадает. Ну, минус 1700, минус 1900, 2000. 1200, танк заходит. Танк, по-моему, вообще не дойдет, он да, заходит. И танчик у нас. Эх, удар сейчас сделаю. Ой, пошло дело. Пузендрик заливает, есть удар и готовенький. Я вообще в шоке, честно. Как такие команды вообще попадают в такую стадию турнира? Или же это все вот эти кастом карты, которые делают турнир более вообще рандомным. На победу или поражение, но это вообще ужас, если честно. На такой дальней стадии чемпа просто такие матчи, это... Ну, я не знаю, как такое вообще бывает в жизни. Я в шоке. Как бы тут вообще все... А, нет, стоит, не последняя карта же еще, или последняя? А, последняя. Такой стадион здоровый, вход в стадион. Ну это вообще, я не знаю. Это... Кстати, много было тим зареган в Violation, очень много. 50 что ли? Или 48. Ну, короче, много. Очень много. Ну, как так вообще происходит это дело, что вот в такой стадии просто команда вообще не готова играть? То есть тут даже не то, что о борьбе, тут вообще игры нету в целом. То есть вот как в футболе там бывают матчи, что игры вообще нет, картины. Так и тут как бы вообще непонятно, что как, каким образом. Я понимаю, нет практики, да, на этой мапе, но и у попстаров нету практики тоже на этой мапе. И типа, ну уж настолько жестко уступать личной индивидуальной игре, что прям вот так вот, я не знаю. Может, ногами было лучше сыграть. Ну, интересно, ну ты видишь вообще, что это? Что ты заиграл? У Нока ноль нахрен. Зачем брать на кап чел, у которого пинг будет везде? На Америке, блядь, красный, и на Европе красный. Зачем надо брать такого человека в команду? Ну, он играет многие... Чем многие эти европейцы. Не, ну согласись, но никак чел с пингом 240 не переиграет чела с пингом, вон, 19. Хоть как, но ты его не переиграешь просто. И вообще, зачем мучить Нока, заставлять его идти на кап играть? С таким пингом. То есть чел там
вообще удовольствия не получает. Ни на хоум сервере с красным пингом, ни здесь. Просто чел прыгает и машет. Здорово, Соу! Здорово! Здорово! Надо перезарядиться! Надо перезарядиться! Слушай, ну сейчас будет танк, и они уедут, и все. Тут где оф-то? Перезаряжаю! Там еще таблеток 4 штуки рест. Ой, 3. Там еще 3 таблетки у них. То есть они уедут, я думаю, 100%. 200% они должны уезжать на этой мапе. Уходим! Ну, ног-танк. ВП у нас у Соу 49%, кстати. Ну это бредовая идея, как по мне, терпеть танком. Ему сейчас снова сольют где-нибудь в косарь, он дойдет и он просто умрет у них там. Ну да, он как бы оттуда и ко мне. Надо просто уже идти и заканчивать игру. Ну что это такое? Вот они что вообще делают? Тут игра слита уже, тут на сколько тысяч, блин. Уже больше 4000, но он сидит. 4200 разрыв. Алло, дядя, может ты пойдешь? Тут он решил Эминем зайти. Такой, подумал. Пойду-ка Left 4 Dead по спеку. Говорят, норм игруха. Нафиг мне альбомы выпускать. Я перезаряжаюсь. Это издевательство идет, мне кажется, и над игроками, и особенно над стримерами. Вот это вот просто, я не знаю, можно вообще взять ливнуть нахрен, мне кажется. Да, согласен. Тяжело уже, если честно. Ну типа, ну как вот это комментировать? Ну иди сдохни уже, вот реально, братан. Освободи, блядь, всех. Себя в том числе просто. Понимаешь, здесь никуда не отойти, чтобы перетерпеть его, контроль вот этот. Можно постараться бегать как-то. О, пошел контролю этого чудика, блядь. Контроль, алло. Контроль. Блядь, ну если он попадет камнем, еще это пиздец будет. Вы смотрите на контроле, все. Да, пацаны, просто контроль. А, ну все, пошел. Кажется, сейчас что-то придется. Все, наконец-то у нас идет он. Оно пошло, чудо. Чудо из Бразилии у нас. Танк попадает у нас. Попадает гигантской рукой. Разлетаются люди. Танк бежит, бачок кидает. И дохнет он просто так. Это прям, знаешь, как стих у Пушкина. Танк бежит, бачок кидает. Знаешь, прям звучит. Надеюсь, сейчас третий танк не появится. Еще не должно быть, да, такого раз?
Надеюсь, нет. Вы представляешь, третий танк сейчас будет? Ну, уж совсем какой-то. Ну, блин, ну не надо третьего танка, пожалуйста. Это вертолет прилетит или что еще будет? Да не, все. Не будет третьего, ты че? Distance map, смотри. Слушай, ну будет третий танк, походу. Слышишь, они трех танков переживут и уедут. Слышишь, мужики какие. Ну, походу, нет. Что-то у них хп мало слишком. Таблетки. Куда идти-то надо тут, чтобы выжить-то? Я так не пойму, подожди. Да никуда. Видимо, что-то прилетает, приезжает. А, приезжает тачка, выбивает вот эту, да, хуйнюшку, и они такие садятся, едут, отстреливаются от зомбарей. Я ничего не вижу. Есть заблёв Пузендрика, но этот заблёв уже ничего вообще не решает. Режется язык Фишкиным, скитится Хантером, а с Питером Гриффином, плевальщица плюет просто так. Ну будет, будет танк еще один. Вообще поинты просто сейчас застанут, застынут. Не может быть. Я вот походу не будет, будет. Я не хочу вытащить. И сейчас он будет уже терпеть точно до победного, потому что хп у команды Popstar нет. Это будет... Там будет нечто. Будет у нас третий танк! Ага, вау. Пойдем в микс поиграем лучше. Просто третий танк и опять ног. Все. Ну иди слейся уже, братишка, ну освободи ты уже всех, я не знаю. Нок-освободитель, пожалуйста. Пожалуйста, Нок, иди умри. Ну все, он решил, короче, все, берем тепленькими, хоть где-то мы их убьем. Знаешь, такие просто. Ну иди, ну пожалуйста, ну что он делает тут? Зачем? Вот смысл, ну убьет он их, не убьет, какая уже разница? Ну подумаешь, проиграют там на 5000. И он такой подумал, иду-ка я лучше, все, надоело. Сейчас его размансуют вокруг футбольных ворот, кстати. Он решил поиграть в футбол, он уже все фанится там. Минус мораль у пацанов. Готовенький просто паренек у нас. Что будет-то вообще, что сейчас произойдет-то? Сейчас четвертый. Сейчас четвертый танк. Да не, вон сейчас лезут, слышишь? А, вертолет типа нас прилетает. Слушай, ну я не знаю, это героическая игра от Popstar'ов, если что-то героическая именно. Ну, падает у нас Питер Гриффин, да. И возможно, команда Ионим убьет их. Ну, решаются уехать у нас вдвоем. Ну, разрыв у нас достигает почти скольких тысяч? 4000. Ой, какой 4-то уже тут? 4800 у нас разрыв, да, получается, или сколько? Это почти пятерик у нас просто. Я не знаю вообще, как такое может произойти. Я в шоке.
Это невероятно. Такое просто не бывает в жизни. Чтобы вот так вот все было. Спокойно лучше бы парни такие посидели. 800 неплохо, а вот... Ну, парни решили выиграть, конечно, но в игре. Ну, поняли, что это вообще не их, наверное, игра даже. Которую нужно играть. Не, ну две игры это тяжело. Ну не, ну это не тяжело, но, ну слушай, ну ты проигрываешь домашнюю игру с приличным счетом. Почти косарь. Смотри, что делать, выжившие, все, они решили. Ну это уже все, походу, у них. Хотят закончить эту игру с разрывом на 4800. Кстати, очень прикольная игра. Наверное, в записи ее можно там отправлять на крутые сайты. Это вообще... Да какие, например? Все поняли, про какие сайты. Уничтожение малолетних идет. И люди, я не знаю, 600 очков за 5-4 карты. Что делать, выживши? Они столько же набрали за первую мапу на своем же серваке, сколько за все тут. Ну, они бегают, им весело, понимаешь, там пресс стоит со своим хп, им пофигу. Надеюсь, следующий чемпионат, когда будут проходить по ФД, таких матчей не будет, ибо команды будут доходить до такой стадии сильные, они вот такие. Сейчас убьют танка, что ли? Да, убьют, убьют, сейчас бумер он зальет, сейчас и все, и никого они не убьют. Убили. Ну, убили, ну и что, ну дальше что? Да ничего, есть время. Есть время. Сколько мы стримим уже? Я в игре 140 минут. Это уже 2 часа с лишним, мы стримим вот это вот, я не знаю, это не игра даже, это овнач, блядь. Блин, надеюсь, все-таки новые турниры будут, ты знаешь. Ну вот чтоб не было вот таких матчей, вот, чтоб на такой вроде далекой стадии этого турнира крутого, кто был, кстати, типа крутого. А? Кто был организатором? Русский или нет? Нет, не русский. Ну, я не знаю, это полный аутизм. Там уже Соу просто троллит, такой: здорово, пацаны, я тут, это, не убивайте. Полетаю. Они такие: окей, братан. И почти падает на 25. Полетели. Там прорыв до таблеток идет, там уже задача взять таблетки. Но уже два бойца падают, третий боец за блёве. Это ГГшечка. Это овныч. Даже 1000 поинтов команда Ионим не набирает. Это... ужас. Мне кажется, такие приятные. Ну и правильно, что люди не смотрели эту игру, тут ты бы смотреть нечего. Да даже если бы, знаешь, было много зрителей, там под... Я думаю, после второй карты ушли бы просто все, и все. Ну да. Типа, ну было бы много зрителей, было бы... Один фиг мало. Ну не берите таблетки, пожалуйста, не берите их. Вы все равно ничего не сделаете. Убейте его. Убейте его, алло! Он взял таблетку, убейте его. Прыгайте из окон. Стреляйте в него! Что уставились? Громила! Тут уже веселуха идет тотальная. Это ужас. То мы видим вообще? Мы видим четвертый раунд такого типа мощного турнира. Это вообще типа что за турнир? Типа мощного получается.
Ну там уже Сир за пулеметом. Да. Ричард лезет. Чарджер троллит, он ему пофигу уже. Почему зрители прибавилось? Интересно, вред дает. Да. Все, наверное, смотрят счетик, о, прикольно. Да. Тоже зубы. Ну не дайте им 1000 набрать, но вы что делаете? Алло, товарищи. 1000 же сейчас возьмут, это некрасиво. Ну есть 1000, все, это провал, мне кажется, миссия попстаров провалена. Да, по-моему, попстары проиграли в этой игре. Да, попстары просто проигрывают. Они дали 1000 очкам таким челикам. Престо, блядь. Престо, почти как Рест. Вы просто унижает за Кейтом. Вы просто все унижают. Это пиздец. Все, пишет команда ГГ. До свидания всем. Спасибо, кто смотрел. Просто свидания.